конфеты. Поднимайся. А поднимаешь конфеты? Тяжело тебе помочь? Да? Ну давай, давай чуть-чуть. Давай я сейчас доверху, а снизу ты меня спустишь. Давай, давай. Бутылка. Поехал, поехал. Надо сейчас сказать, чтобы папа поднял руль и сиденье. Идем мимо парка, и тут смотрите, на машине какой тигр красивый. Ага, ты видел, да? Да, смотри, на ага. Мы с Вадюшкой гуляем. Ксения у нас в садике. И мы решили прогуляться к папе на работу. Вадюшка посидит, мне надо в магазин съездить. А у Вадюшки уже официально выходные, каникулы. Мне так нравится летом. Помыл голову, вышел с влажной головой, и через 15 минут она сухая. Можно совсем не пользоваться феном. Какая грязная машина, у меня ужас. Так, ну что, мне пришли посылочки. Вот еще одна посылка, сейчас только что была в СДЭКе, забрала. И сегодня будем делать распаковочку, посмотрим, что там нам пришло. Ксюше пришел вот такой классный сарафанчик. Это 100% хлопок, такой летний. Класс, на пуговичках, есть ремешочек и вот такие модные рукава. На лето, мне кажется, самое то. Это просто на резинке трикотажная. Мне понравилась расцветка. И на сменку вот решила взять такую простынь. Вот обычно я всегда беру простыни на резинку. Это очень удобно. Размер 140 на 200. Простынь трикотажная на резинке. Цвет бирюзовый. Такую футболку выбрала для мужа. Прикольный такой серый цвет. И здесь такой тигр. Или лев. Лев, наверное. Футболка мужская, лев, точно. Ксюшке выбрала вот такой набор. Знаете, для чего? Вот во дворе гулять. Это тоже 100% хлопок. Достаточно тоненький, чтобы было не жарко. Обычная футболка и шортики. И еще один комплект, более такой модный, так скажем. Шорты с карманами здесь уже. Блестящая резиночка. И с другой стороны, вот такой вот интересная моделька. В общем, Ксюшка придет сегодня, померит. А этот комплект я купила Мише в подарок. Рост 104, я думаю, ему будет классно. Не будет маломерить. Вообще, в принципе, они не маломерят. Да, 104 на 4 года. В общем, такой вот летний костюмчик, я думаю, тоже на повседневку. Прям класс. Шорты для Ксюши. Есть такие имитированные кармашки. Есть один вот сбоку. Такой материал вот под джинс как будто сделан. Катон, что ли, давайте посмотрим. Так, что по составу? 100% хлопок, рост 116. Но мне кажется, они будут большеваты. Так, и в общем, и себе еще вот такие шортики заказала. Тоже на повседневку. Два кармашка, здесь резиночка. И плюс еще есть веревочка. Обычные шортики. Новый комплект для садика. Они спят в трусиках и в маечке. Чтобы сочеталось, я и вот заказываю периодически вот такие вот комплекты. Прикольное качество, тоже хорошенькое, приятное к телу. И вот такая вот киска интересная. А это скатерть на кухню. Такая яркая расцветка. Вообще мне так нравится. Цветочки, тут маки, ромашки. А эти, я не знаю, как называются цветочки. В общем, красота. Будет на кухне у нас теперь такая яркая скатерть. Для себя выбрала еще вот такую тунику с таким принтом желтого цвета и по бокам полосочки черно-красные, как ленточка такая вшитая. Ну так, для дома ходить, я думаю, тоже подойдет. Только что-то слишком длинная она какая-то, может быть, ее чуть-чуть покороче сделать. Еще носочки для детей, они любят вот такие всякие мультяшки. Кстати, вот если вы встречали производителя Туркан, то можете не сомневаться в качестве, качество действительно хорошее. По составу 90 хлопок, 8 полиамид и 2 лайкра. И себе тоже заказала носочки, тот же самый состав, тот же самый производитель Туркан. Носочки короткие и очень хорошего качества. Ну и последнее, что я заказала, это Ксюше футболочки на лето. Состав тоже хлопок, разные принты.
Футболки недорогие, поэтому не жалко будет относить лето. Ксюшка все равно подрастет. И футболочки, конечно же, быстро приходят в негодность, так скажем. Появляются пятнышки и так далее. Мы забрали Ксюньку из садика. Привет. И сейчас поедем в Лемон. В кафе. А что такое, мам? Покушать. Лемон. Ну, помнишь, где у Кирюшки, у Ильи, у Гриши был день рождения? Там очень вкусная кухня. Мы поедем сейчас поужинать. Там есть еще детская площадка. Ксюшка поиграет. А Вадим не будет. И Вадим поиграет. Все. Так, мы смотрим, что нам выбрать. Горячие закуски. Наверное, детям можно в такие шарики взять сырные, да? Что здесь еще есть? Филе курица в панировке, сырные шарики. А вот здесь есть вообще ассорти. Греночки. Мне кажется, они обновили меню. Ксюша к нам приехала, пока нам готовят заказ. Тут можно еще и поиграть. Мы уже заказ сделали. Вы что, что будете пить? Лимонад будете? Который сам идет. Не кричи, пожалуйста. После садика лохматая вся. Лимонад есть, знаешь, какой? Сейчас тебе скажу. Как вкусно. Так, ручки обработали, садитесь кушать. Сейчас тарелочку уберем сюда. У тебя со свининкой, да? Класс. Можно? Да, можно. Сейчас тарелочку принесу. Очень здорово, что здесь в этом кафе есть детское меню. Смотрите, как классно подали. Будешь? Ксюш, как ты любишь огурчики, пюрешечка, да? Да, а вот это я не люблю. Ну, да, можно это будет. Я заберу, или Вадим съест помидорку? Я. Помидорки а есть? И маслины съест. Тоже с оливками. Ну, приятного аппетита всем. Пап, ну что, салатик? Вкусно, да? Очень вкусно. Так, Вадюш, ну давай. Лимонад. Пробуй. Это лимонад они делают сами. У тебя с грушей, да? Грушовый. Ну как? Яблочко еще там. Пап, ну-ка, у тебя с ежевикой. Ксюш, ну-ка, мама, давай зацени. Мамуль, это груша. Угу. И лимончик. Ну как? Вкусно? Папа, ты заценил уже? Кислый? Сейчас мы с Вадюшкой попробуем теперь лимонад. Папин. Ой, какой кислючий, там мята еще. Ну пробуй, я тебе специально пониже делаю. Этот вкуснее с груши, да? Да, вкуснее. Он как натуральный такой. Теперь будем сюда с груши заказывать, да, грушовый? А еще очень вкусный облепиховый чай. Там он облепиха плавает. И вот так вот он выглядит. Просто невероятно вкусный. Кстати, стаканчик отколотый. А там вот игровая зона, и дети играют в свое удовольствие. И вообще мне в этом кафе очень нравится, так уютненько. Там есть вот второй этаж, Вадюнька идет. Все так красиво здесь. На десертик мороженое. Вкусно? Да. А еще... Такие маленькие, как штрудель, как это называется? Пирожки с вишней, по-моему, да? Это невероятно вкусно. Капнул, вытер. Капнул, вытер. Ну, кушай.